понедельник глава региона и министр развития агропромышленного комплекса осмотрели предприятие «Биоресурс», на котором производят минеральные удобрения и кормовые добавки на основе природного минерала циолита. За год предприятием вместе с Ульяновским государственным агропромышленным университетом имени Столыпина созданы уникальные биоудобрения нового поколения. Как утверждают специалисты, полученный продукт полностью натурален и не содержит химических компонентов, является источником аминокислот для синтеза нового белка и минеральных элементов при их дефиците в организме. Можно уже говорить о хорошем качестве данной продукции. Та модификация, которая происходит в данной линейке, но на самом деле линейка уникальная, мы хотим ее запатентовать, потому что единственный в России, пожалуй, что в мире. Сейчас по всей стране апробируется этот уникальный продукт. Применение кормовых добавок и премиксов на основе циолита, обогащенного аминокислотами, идет в хозяйствах Воронежского, Кировских областей, Чувашии, Татарстана, Краснодарском крае. Также ульяновское предприятие поставляет образцы за рубеж для испытаний, поэтому сегодня главная задача – получить патент и нарастить производство. Сейчас вот данную ситуацию поддержать здесь, чтобы они привели в порядок и площадку. Дали мы вот эту площадку направление, да? Это задача. Здесь пуск будет приходить во время еды. И там будем смотреть. Вот здесь поддержать их надо, да, это дело другое. Плечо им подставить, реализация получения патента, условий. Предприятие уже отмечено и первыми наградами. На агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» за разработку минеральных удобрений и кормовых добавок на основе циолита завод «Биоресурс» получил серебряную и бронзовую медали. Новости Улправды ТВ.